правила. Всех приветствую. Осталось у меня буквально уже тут меньше недели до конца моей путевки. И у меня еще 4 бобра не закрытых. Поэтому я тут с утра пораньше вырвался в деревню, поставлю капканы, ну и буду по возможности их проверять. Завтра приеду, проверю, если оставлю еще потом, может, на 2 дня. Ну, надо, в общем, закрыть эти лицензии. Тем более, сейчас ударил небольшой мороз уже вторую ночь. Минус здесь в деревне побольше, может, -3 какие. И, по идее, бобер должен начать активничать, собирать себе запасы на зиму. По идее, лучше попадаться. Сейчас, буквально у меня есть тут пару часов, вот сейчас нашел уже место одно, сейчас поставлю один капкан, где-то тут еще, и несколько штук поставлю там, где ставил в прошлый раз. Ну, поставлю 5 капканов, как в прошлый раз, ничего тут не буду выдумывать, только чуть-чуть места поменяю, ну и утро, а завтра постараюсь приехать и с утра проверить. Сейчас буду каждый капкан проверять перед тем, как ставить, как он работает, потому что в прошлый раз было несколько проловов, там что-то непонятное. Сейчас будем конкретно смотреть, чтобы все было чики-бомбони. Так, раз. Посмотрим, что-нибудь взять. Блин, нож не взял. Это я поехал капканы ставить без ножа, это капец. Потому что сильно торопился, поэтому не взял. Так, ну нормально, хорошо. Хорошо вроде сработал. Весной тут вода везде. И тут они дают жару, эти бобры. Сейчас они в реку уходят больше. Но тоже остаются. Воды, конечно, мало уже им тут остается. Но все равно. Опа. Вот я уже тут подготовил практически. Вон видно, что он тут живет, жует. Активничает, короче. Это не прям свежее, конечно, но тоже недавнее. Опа. Кажется, место неплохое. Сейчас примерим капканчик, как он сюда станет. О, становится отлично. Так. Так, все, осталось только поставить. Ну, еще сейчас сюда накидаем. Короче, все делаем по старой схеме. Так, буду сегодня ставить, короче, чтобы насторожка сверху была. Посмотрим. Так. Так, все. Ставим. Ставим капкан. Ставим, еще надо пару палочек, чтобы капкан зафиксировать. Так, ну все, начало положено. Можно еще камушек. Да. Ну вот чистенький песочек явно плавает. Сейчас вот там подойду дальше туда, посмотрим, может, там можно будет где поставить. Должно быть примерно вот как-то так, да? Попробуем поставить на камыши. Место хорошее, надо было бы нормально поставить. Так. Пока сюда. Это будет сюда.
Так, ну вот так будет стоять примерно. Все, так, сейчас еще пару бревен положу таких, чтобы уже бобру точно не думала смещать их, чтобы он подныривал. Вот так. Вот. Все, супер. Супер. Да, друзья, я бы тоже, конечно, поохотился бы с ружьем на бобра. Но это надо с егерем у нас охотиться только. У нас в районе не дают путевку на ружейную охоту, только на бобра с капканами. Берешь путевку, берешь лицензии и ставишь капкан. Если кто-то, я знаю, там с ружьями охотится, где бобра может поменьше, они вот выбирают уже, чтобы конкретно и струя была, и вес был. У нас тут их завались, этого добра. Чтоб я в деревне жил, я бы, конечно, ими бы поплотнее бы занимался. Но это у меня только в мечтах пока что. Так, ну не планировал тут ставить, но думаю, выйду, посмотрю. Вышел, а тут такое место четкое. И прям... И прям следы я видел свежие. Так, ну тут по листве не видно. Так, во, видно. Во. Вот след. То есть ползал он. Короче, поставлю. Поставлю здесь, пускай стоит. Гляди, что-то попадется. Сейчас мы его сюда накинем. На ветку эту. Тут поглубже, потому что тут бобер постоянно под это дерево подныривает. Поэтому тут поглубже, а тут везде меньше. Практически в два раза. Вот канавки. Вот здесь он подныривает, вот сейчас мы его тут и подловим. На его подныривание. Так. Значится. Предохранители пока стоят, но капкан уже заряжен. О, вот так. О, прям ляха-муха холодно. Руки мерзнут. О. Сначала с пружин снять. Раз. С одной пружины. Со второй пружины. Ну, тут вообще как бы... Блин, твердое дно не вопхнуть эти палки. Все, предохранитель последний убираем. Вот так. Пускай все висит. Еще дополнительно ему палку здесь положим. Ну, он в любом случае, вот я ногами чувствую канавку его, по которой он плывет. И как раз на этой канавке здесь это дерево. Он уже привык 100% здесь подныривать. Ну только вопрос, как часто он здесь плавает. Здесь вообще мелко, там может где-то есть глубина. Ну там есть. Я там 100 метров капкан поставил. Следы есть свежие. Этой ночью ходил, даже утром, скорее всего. Прям там свежачок. Так, ну опять же сюда поставлю этот капкан. Где поймал в прошлый раз бобра. Этот капкан, который у меня без тросика. Сейчас тут уже чуть помельче стал. Все. Да, поставлю сюда, короче, что тут думать. Тогда ж был на второй день пролов. Здесь на грязи можно следочки посмотреть. Бобер здесь не ходит, здесь вот выдра ходит. Думаю, что будет на камеру видно, вот ее следочек. Небольшая. Скорее всего, наверное, этого года. Хотя вот
Свеженько погрызы бобров тоже есть. Вот здесь можно было бы много захват вот там вот где-нибудь поставить. Раз там прочистить. Он бы тут хорошо вписался. Бы там поглубже. Туда утопился бы быстро. Ну, тут выдра ходит как бы. Ну, мы выдру специально ловить не будем. Пускай живет, разводится. Может, когда-нибудь. Но не сегодня. Ну, вот, поставлю еще один капканчик. Там, где в прошлый раз ставил. Ну, только чуть-чуть дальше. Вот. В прошлый раз он вот тут стоял. Тут я в прошлый раз не дошел, а тут как бы потверже. Получше будет. Так, ну, капканы, в общем, я расставил. Три капкана на новые места поставил. Два на старые. Ну, места вроде такие, на мой взгляд, ничего. На эту ночь тоже передают небольшой морозец. Минус один. Тут, может, деревня будет побольше, может, каких минус три. Но это нам только на руку. Бобер это дело чувствует, этот мороз. И понимает, что ему надо шевелиться, заготавливать себе корм. Что вот-вот уже зима. О, вот тут нахожено. Свеженько, да? Что-то вот ходило. Вот с канавы в канаву. Тут дорожка, тропа. Ну там мелковато. Можно было бы тоже поставить, но тут может выдра попасть. Так, ну что, завтра приедем, проверим. Что думать, гадать. Я быстро справился, за полтора часа поставил. Так, вот свеженько бобер орудует. Ну а тут запах. Даже чувствуется бобра. Свежая, вот. Видно. Скорее всего, что сегодняшние погрызы. Вон вот тут такая сыроватая древесина. Вот здесь сырая немножко, здесь суши. Ну, по высоте вроде такое ничего, нормальный бобрик. Какое полено там выстругал, зачетное. Так, ну ночь прошла. Так, зябко сегодня. Ух! Ночью был, наверное, минус один, ноль. Тут, может, в деревне было похолоднее, не знаю. В общем, сейчас будем проверять капканы. Посмотрим, надеюсь, нам что-то попадется. И даже не... Ну... На первом месте нету бобра. Тоже ничего нету. Стоит на месте. Да. Очень странно. Так, ну второй капкан пусто. Блин, опять что ли будет? О! Первый снег. Первый снег у нас. Я встретил его в угодьях на охоте. Мне кажется, это клево. А, стоит себе тоже. Что-то странное. То ли бобры не плавали сегодня, то ли что. Ну, три капкана проверил. Без бобров. Пока. Какой-то, блин. Непонятно, почему так. Вроде и бобры присутствуют там явно. И деваться им некуда там, что. Надо точно идти в капкан. И почему они не идут, я не понимаю. Шел, а что на дороге валяется? Черепушка чья-то. Еще с куском позвоночника. Вчера ее не было тут.
лисы притащили или кто. Непонятно, кто это. Блин, погода вообще не располагает к съемке. Только что, кстати, уточки нашли, тут немного полетывает. Еще можно будет какую-нибудь охоту утиную сделать. Сейчас утка очень хорошая, жирненькая такая. Тоже стоит капкан. Капец. Я даже что-то мне как-то... Сюда я даже не, ну, не верю, что так... Что ничего не попало. Нигде. Ну, еще один капкан, последний на сегодня. Странно вообще. О. Утки только что вот отсюда снялись, чуть дальше. Так, последний капкан. Тут что, тоже ничего, да? Так, что здесь? Капкан это не вижу. Как будто его кто-то уронил. Так. Надо смотреть. Вот его. Ага, что-то есть. В этом что-то есть. Бобрик небольшой. Ё-моё, это вообще андатра, блин. Вообще андатра. Андатру словил. Ну да ладно. Андатру так андатру. Нам, конечно, нужны бобры, а не андатры. Вот она. Пойдет на приваду, на куницу. Что ж она зря умерла, что ли? Она мне, в принципе, как бы вообще не нужна. И... Ну, она у нас путевки есть, но... Вот именно здесь, в нашей местности, в последнее время... Очень-очень их мало стало. Ну, не знаю, последние лет 7-8. Может даже 10. Раньше, я помню, было вообще по каждой канаве горами плавали. Можно было там ведрами стрелять. А потом норка появилась и андатра стала пропадать. Может, ну, не из-за норки, конечно, но я думаю, скорее всего, что... Ну, не то, что норка появилась. Популяция норки стала увеличиваться, а андатры, наоборот, уменьшаться. И сейчас очень редко встречаются. Ну и как-то жалко, что я ее словил, если честно. Ну, там ничего не поделаешь. Сейчас приколюху покажу. Смотрите, новые сапоги, короче. Даже сезона. Да, ну какого сезона? Вот недавно купила мне жена, подарила. Да, 2 месяца назад. 2 месяца и все, и дырка протерлась. Что это за фигня? Это у нас, знаете что? Сейчас скажу, что это у нас. Nordman. Как, ну, как так? Так, значит, оставил все капканы на местах. Блин, вообще даже не верится, что ни одного бобра не поймал, если честно. Завтра не буду проверять. Времени не будет. Послезавтра буду проверять. С трофеем каким-никаким, но все-таки типа не зря приехал. Так, 2 ночи прошло, вчера не проверял капканы, вчера было где-то днем градусов 6. Ну, 2 ночи в 2 раза больше шансов что-то словить. Нагрызены, нахожены. Почему капкан не идет? Непонятно. О, тут есть. Тут есть. Зашибись. Спасибо. А бобер ли это? Это выдра, блин. Ну, сколько? 7600. Короче, 7600. Большая. Ну,
Она такая этого самого, сбитая, знаешь. Вот как чива. Она вроде маленькая, 10 килограмм весит. Вот бы еще бобра хотя бы одного словить. Хотя бы одного большого, чтобы замутить тушенку. Чтобы снять видео по тушенке. Да, уже только одна банка осталась в холодильнике. 4,5 литра получилось того бобра тушенки, 16 килограмм. Бобер. Я пообрезал мясо дома. 4,5 литра тушенки. Мясо не взвешивал, не знаю, сколько было. Блин, вода падает, знаешь сколько? Вот я ставил, а сейчас капкан уже, он был только душка видна, капкан. А сейчас вот 3 дня прошло и уже вот столько, короче, почти половина видно. Почти 10 сантиметров. Вода, короче, упала за 3 дня в канал. Камыш, камыш. Не вижу нифига. Не стоит капкан. Блин. Тогда 2 ночи подряд тут активность была, а сейчас никакой. Никакой. Придется еще одну походу путевку брать. Еще на месяц, чтобы закрыть эти лицензии. Какой, скажи ты, чего самоуверенный? Словишь ты бобра за... Упал. Кстати, видели сегодня 3 лосей утром. Ехали. Сейчас пойдем на зайца охотиться. Кто? Кто плывет? Ничего себе. Оба. Смотрите, выдры поплыли. Блин, ничего себе, сегодня выдровый день. 3 выдры, короче, поплыли, как дельфины, так по канаве. Блин, никогда. Леандатра в прошлый раз попала. Посмотрим, что тут. Вроде ничего нету, вроде пусто. Пусто, пусто, выросла капуста. Капкана что-то не вижу. Вроде стоит. А, он сработанный. Думаю, что случилось? А он сработанный. Блин. Пролов, короче. Так, ну пролов это тоже какой-то результат. Хороший. Надеюсь, что это не очередная андатра. Сейчас я его заряжу. 3-я проверка, значит, вчера я много там рассказывал про выдру, но, как оказалось, камера была выключена и ничего не записалось. В общем-то, выдра у нас закрывается по факту, то есть, если ставишь капканы на бобра, вот как я ставил, такое место вообще для... Ну, никогда бы я не сказал, что тут выдра попадется. Ну, вот влетело. Значит, закрывается выдра... Ну, бобровая лицензия, пишется там выдра, и стоит у нас лицензию закрыт 30 рублей, это 15 долларов, на бобра стоит 10, ну, я уже говорил про бобра. Вот сейчас посмотрим, у меня еще 3 лицензии незакрытых, и сегодня я сниму капканы, потому что у меня завтра заканчивается путевка на лицензии. Наверное, я возьму еще путевку, и будет... еще видео про охоту на бобра капканами, так как у меня нечего пока на куницу ставить. Вот выдру буду ставить, наверное. Не знаю, кто ловил на выдру когда-нибудь куницу, на мясо выдры. Идет она, хотя я думаю, если она чуть притухнет, то разницы там уже какое мясо нету, будет идти, да и все. Но все равно надо словить бобра и на тушенку, и на приманку, и 3 лицензии как бы. Так, ну этот стоит. У нас капкан. Сейчас я его сработаю.
Работаю, достану. Так. Не понимаю, почему тут и бобры есть, вот место такое. Ну, видно, что следы есть и плавает. И все равно не идет. Но в следующий раз уже, наверное, буду совсем другие какие-то места выбирать. Потому что, ну, хочется что-то словить. Раз, капканчик. Достаем сразу. И дальше снимаем. Непонятно. Ну вот там вроде тоже не плавает. Нету такого, чтобы ряска была прямо. И здесь не плавает. Хотя там свежие вот погрызанные веточки были, когда я ставил. Скорее всего, что там меньше воды с той стороны в канаве. Там больше. Возможно, бобры туда сместились. Конец канала, где еще есть вода. Ну вот у нас капкан, где вчера попала выдра. Вот видно, как он стоит. Уйди, уйди. Видно, как он стоит, да? Наверху стоял пол капкана наверху. И все равно попало. Так, я уже смирился с тем, что ничего не словлю, если честно. Так что буду что-то менять. Так, ну вот такая охота капканами получилась. Три проверки. Из трех проверок словил только выдру и ондатру. Все кроме бобра, короче. Что получается? Получается, возьму еще одну путевку, ну еще на месяц. Три лицензии. Ну, нормально. Будет еще, значит, шансы половить. Ну, такого, честно, у меня не было. Даже когда я только вот первый сезон начал ставить капканы на бобра, у меня лучше были результаты. Ну не знаю, попробую сменить место кардинально. Не знаю, или пару капканов хотя бы, но как-то надо что-то будет поменять. Может уже через недельку какую. Ну и надо уже ставить капканы на куницу. Скоро буду ставить. В Инстаграме, как бы, там сразу информация. Стараюсь регулярно что-то скидывать. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Вообще, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Словлю бобра, обязательно сделаю тушенку. Ну, обещал.